В соответствии с областным законом, в расчете на душу населения Свердловской области прожиточный минимум составляет 6971 рубль в месяц. Что касается трудоспособного населения – 7596 рублей, а для пенсионеров – 5544. А что работающее население городского Сухоложского округа получает по факту? Многие задают вопрос, почему прожиточный минимум не соответствует минимальной оплате труда. Эти показатели утверждаются депутатами Государственной Думы. И чтобы их сравнять, необходимо финансовые средства. Но на сегодня это не позволяет пока сравнять эти два показателя. Но депутаты Государственной Думы через определенный промежуток времени все-таки имеют цель сравнять эти два показателя. На сегодня у нас установлен минимальный размер оплаты труда по всей Российской Федерации 4611 рублей. В нашем городском округе с 1 марта уже начисляется заработная плата 4979 рублей. По данным областной газеты, губернатор Свердловской области Александр Мишарин решает данный вопрос по сокращению большого разрыва между установленным прожиточным минимумом и фактическими заработными платами. Также в разработке введение уральского коэффициента 15%. По словам губернатора, это приемлемая нагрузка для областного бюджета. Остается ждать в следующем году изменения не на словах, а на деле. В Новый год с новой думой и желаемыми изменениями.